Блажен Станислав Иван Петрович очень вот чувствует, когда человеку тяжело, мы приходим к нему. Вот то, что беспокоит нас, и то, что вот необходимо на сегодняшний день, допустим, оно приходит, он дает, он помогает, он слышит, вот, и силы дает. И когда со здоровьем, если что-то не важно чувствуешь, вот тоже приходишь, побудешь, помолишься, и как-то вот сразу ощущаешь легкость какую-то, наполняется желание что-то творить, работать, что-то делать, вот. Если на кого-то был обижен, как прощаешь, забываешь об этом, и хочешь, как вот Бог тебе говорит, делай вот так, делай так. Вот после него какая-то чистота идет, свет исходит. У меня 3 мальчика и дочка, 4 детей у меня. Ну, не получилось у нас жизнь с этим папой, пусть Бог его простит. А мне блаженный старец Иван Петрович так помог, их выкормил всех. Они маленькие были, когда памперсы нужны, блекашка. Люди приходили, вот я прихожу, никого нету. Помолюсь, побуду, Боже, человек приходит и дает деньги. Я и кашу могу купить, и суп сварить. И прихожу, деньги остаются еще на следующий день, допустим, или в храм пойти. Ну все, что вот надо, все. Он очень слышит, очень помогает, очень.